Сегодня в стране отмечают День всех влюбленных. Самым популярным подарком по-прежнему остаются живые цветы. Но некоторые саратовцы решили проявить фантазию или воспользоваться специальными услугами. Так, например, по городу сегодня разъезжало сердце. А в одном из магазинов напомнили, что любви все возрасты покорны. Анна Забалуева знает, чем можно порадовать свою вторую половинку. Собирать букеты в цветочном магазине начали еще вчера. Ко дню Святого Валентина спрос на живые цветы возрастает в несколько раз, говорят продавцы. А традиционные розы уже не в моде, рассказывают флористы. Мужчины чаще выбирают букеты из полевых цветов. Какие-нибудь экзотические весенние цветы. Ранункулюсы, допустим, сирень, матиолы, луковичные разнообразные. Там подснежники даже бывают. Сейчас популярностью пользуются букеты из фруктов, из конфет, всякие мармеладки, зефирки вот такого плана, потом фруктовые букеты, овощные букеты. И самое большое желание – это поздравить тебя с Днем влюбленных. Удивить свою половинку можно и доставкой букета от всего сердца. Оно и в любви признается, и само до квартиры дойдет. Правда, в таком костюме передвигаться неудобно. Во многих домах узкие дверные проемы и лифт. Но в День влюбленных сердце найдет единственно верный путь. Курьеру, ну, слышала там, ну, цветочки, думала, принесут. А здесь такое. Видела где-то в интернете, что есть такие, но вот что ко мне оно придет. Это очень классно. Для тех, кто любит погорячей, подарок тоже найдется. Магазины для взрослых тоже не пустуют в день праздника. Специалисты отмечают, чаще всего саратовцы выбирают игры для двоих. Причем заходят сюда как молодые, так и люди в возрасте. У нас всегда много интересного происходит в магазине. Конкретные истории я сейчас не могу вспомнить. Часто многие знакомятся именно в магазине, когда выбирают товар. Духи с феромонами, например. Кто-то нюхает, а другой подходит и начинает советовать. Говорит, вот вам это больше подойдет. Ну и все завязывается общение. Потом уже вместе могут прийти к нам. По подсчетам специалистов, на подарки ко дню Святого Валентина россияне тратят около 5000 рублей. Сумма зависит от региона. В Саратове не больше 3. При этом мужчины готовы платить за капризы второй половинки в разы больше. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов, 24. И в продолжении темы, больше половины россиян, это 60%, в данный момент испытывают состояние влюбленности. Специалисты выяснили это после опроса горожан. Хоть и говорят, что любви все возрасты покорны, наибольшую активность, согласно опросу, проявляют люди от 25 до 44 лет. Правда, далеко не все отмечают День Святого Валентина. Большинство считает это заморским праздником. Мы решили узнать у саратовцев, радуют ли они своих возлюбленных в этот день. Вы отмечаете День всех влюбленных? Да, мы все отмечаем, мы все праздники отмечаем. А как вы отмечаете? Мы феерично. Тортик, свечки. А что вы обычно дарите своей второй половинке? Лесь, что мы дарим половинке? Открытки. Открытки, внимание, любовь. Ну, мне кажется, это из-за границы все пришло к нам. У нас другой праздник есть, русский. К сожалению, нет. Почему? Потому что нет второй половинки. А если бы была, вы бы отмечали? Конечно. Как? В кафе где-нибудь, в караоке, может, не знаю. Нет, не отмечаю. Почему? Ну, я считаю, что это праздник вот для молодежи. А для взрослых? Ну, в душе, конечно. Радуюсь этому празднику. Его отмечают девушки, которые ждут подарков. А вы? А я? Ну, я готовлюсь купить подарки. А что вы обычно дарите? Оружие, наркотики и рок-н-ролл. А девушки свои? Только оружие. А вы отмечаете День Святого Валентина? Да, вот сейчас гуляем.